В детской школе искусств прошел концерт, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Мальчики и девочки под руководством своих преподавателей подготовили прекрасный концерт. В зале собрались их самые дорогие люди – мамы, бабушки и даже несколько пап. Все с волнением ждали выступлений своих детей. Концерт прошел как на одном дыхании. Зал наполнялся чудесными мелодиями – фортепиано, флейты, скрипки, баяна, балалайки, гитары. На сцене выступали воспитанники школы искусств, многие из которых являются лауреатами различных всероссийских, республиканских и даже международных конкурсов. Для каждого из них женский праздник особенный. В конце мероприятия прошел показ одежды из бумаги, которую дети изготовили на занятиях по декоративно-прикладному искусству вместе со своим руководителем Зульфией Тагировой. Мария Кузюрина многие годы преподавала в детской школе искусств и в канун женского праздника с радостью приняла приглашение на концерт. Мне очень понравился весь концерт, от начала до конца. Особенно эти малышки необыкновенные, талантливые, ритмичные, такие способные, такие красивые. Ну просто праздник, что надо. Спасибо вам за этот праздник. Айгуль Хусайнова, Айдар Гарифутдинов, БРТ.